Это хостооплетение, выведено в 2009 году. Ее размер средний, до 30 см в высоту и в ширину. Но главная ее особенность – это ее блестящие листья. Когда я еще раздумывала, покупать мне эту хосту или нет, мне знающие товарищи подсказали, бери обязательно, она очень отличается от всех желтых, потому что я говорила, желтые у меня есть, мне хватит, мне не надо. Нет, говорят, бери, она красивая, она как будто маслом помазана. Ну, правда, действительно, она очень отличная в этом отношении от всех остальных хост. У нее красивую форму листья, она достаточно быстро разрастается. Если сказать о цвете листвы, она сначала золотисто-желтая, а ближе к концу сезона немного яблочный, зеленый цвет появляется вот в этом вот красивом золотистом оттенке.